85 тысяч силовиков оказалось мало для обеспечения безопасности Олимпиады в Рио. После событий в Ницце количество сотрудников решено еще увеличить. Насколько именно, пока сейчас не ясно. Сейчас это обсуждают организаторы и представители спецслужб. При этом власти уже в открытую говорят, что готовы пойти в ущерб комфорту, чтобы обеспечить безопасность туристов, которых, по самым скромным подсчетам, ожидается около полумиллиона человек. Полиция и спецназ проводят одно учение за другим, причем сценарий тренировок меняется каждый раз. Вот самое пристальное внимание уделяется объектам инфраструктуры, которые могут стать первоочередными целями для террористов. В этот раз бойцы спецподразделения получили задание освободить заложников на вокзале. Несколько спецназовцев под прикрытием высаживаются с вертолета на поезд, другие в это время освобождают людей из вагона. Руководители учений говорят, что в Ницце оргкомитет получил серьезное предупреждение. У нас остается не так много времени до начала игр. Наши тренировки максимально приближены к реальным условиям. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.